Снова здравствуйте, и снова у нас ножи от компании Мора. Это серия под названием Classic. Объединили две модели 612 и 611, которые с гардами, поскольку имеют общее название и ряд общностей. Но все тот же узнаваемый спуск Scandi Grind, который имеет прекрасный рез. Это модель в меньшем размере. И также давайте по ним озвучим характеристики. 612 и 611. 11 немножко поменьше, 12 немножко побольше. Очень схожи между собой. Отличаются лишь немножко по длине. И, соответственно, клинок 106 и 98 миллиметров. Имеется выраженная гарда, предотвращающая соскальзывание на режущую кромку. И вес 78-77 грамм. В остальном абсолютно одинаковые. Спуски идеальны. Видим, как все подведено в ноль. Да? В ножнах сидят уверенно. Дополнительно фиксируются в этой части. С этим вопросов нет. И отдельно самый большой представитель этой серии. Это Classic номер 3, если не ошибаюсь. Да, вот он. И аналогичные модели номер 2 и самая маленькая 2.0. Ну, этот вообще прям такой, как пупка, да, бывают модели. Очень похож. Но при этом, посмотрите, как он режет. То есть, вне зависимости от размера, ножи имеют можно кривить пальцы бы не порезать, а так вот все это дело очень и очень качественно и на высоте. Рукоять прям типично скандинавской формы, бочковидная. Удобная. Как правило, она 20-22 миллиметра. И именно вот такой размер, он очень удобен на руке. Спуски Scandi Grind в ноль. Также выкупает и скандинавскую принадлежность. Ну, этот вообще малыш. Прям симпатяга такой. По рукояти. Да? Рукоять выполнена здесь из дерева. Клинок в стали 12-27 Sandvik, имеет твердость 57-58 по Rockwell, прекрасный рез, отличный нержавеющий качество, но помимо этого имеется также и в карбоне. Сейчас мы посмотрим, какая у нас в Sandvik. А, прошу прощения, здесь у нас в Sandvik вообще нет ни одной модели, у нас все идет в углеродке. До этого писали просто видео с компаньоном, и там была широкая линейка, поэтому здесь, еще раз прошу прощения, это все углеродка. Видим по обуху окалину. Сейчас мы схватим это дело. Да, вот здесь видно, как имеется окалина по обуху. Ну, клинки все полностью ровные. И особенное обратить внимание на модель с гардой. То есть некая есть олдскульность, но при этом
Нож достаточно удобный, функциональный. Не зря его название классик. Классическое исполнение здесь прослеживается. Ну, как-то вот так продемонстрировали. Модель, безусловно, не турбопопулярная. Не, даже рядом не стоит с компаньоном, но в целом вполне и вполне выглядит неплохо. Вот виден элемент сквозного монтажа. Ну, наверное, на этом все. Всем спасибо и до новых встреч. Будем продолжать показ ножей от компании Мура. Всем спасибо и пока-пока.